Меня зовут Алексей, с вами кулинарное пространство «Ртутуй». И сегодня мы с вами приготовим свиные медальоны с пастой из кабачков и жареными шампиньонами. Приступаем. Вырезку свинины нарезаем на небольшие медальончики, чтобы они у нас хорошо прожарились и полностью приготовились. Сверху на них добавляем немножечко перца. Пока сковородочка греется, они у нас постоят, помаринуются немножко. Пока у нас маринуются медальоны, подготовим кабачок. Нарезаем его вот такими тоненькими слайсами. И грибочки. Грибочки нарезаем произвольными сегментами. Не надо их мельчить. При жарке они и так очень сильно ужарятся, поэтому, чтобы они сохранили более-менее свою форму, нарезочка должна быть крупной. На сковородочку выкладываем медальоны. Обжариваем их с двух сторон до появления красивого цвета, золотистого. Также для медальонов нам потребуется зернистая горчица и сливки 20 либо 33%. Как только медальоны получили цвет, добавляем горчицу. Хорошенечко перемешиваем медальоны с горчицей. Даем всему прогреться, чтобы горчица дала свой вкус. Добавляем сливок. Прогреваем, чтобы сливочки немножко затянулись, чуть-чуть доведя их до кипения, и убираем пока в сторонку. Разогреваем вторую сковородку. Слайсы кабачков обжариваем на большом огне. Добавляем соль, перец. Добавляем в кабачки немножко соли, немножко перца. Очень важно кабачки не доводить до полной готовности, чтобы они сохранили свой вкус, свои все полезные элементы. Поэтому, если вдруг у вас кабачок будет слегка похрустывать, не пугайтесь. Кабачки обжариваются почти на сухой сковороде с минимальным количеством масла, чтобы они у нас не раскисли. Как только кабачок принял поджаристый цвет, укладываем его на тарелочку. На этой же сковороде добавляем немножечко масла подсолнечного. Выкладываем грибы. И точно так же обжариваем до состояния полуготовности. При работе с грибочками масла нужно немножко побольше добавлять в ходе обжаривания, так как грибы сначала впитывают его в себя, а потом отдадут в виде большого количества жидкости. Как только грибы начнут отдавать жидкость, значит они готовы. И также выкладываем их на тарелку. Наши медальоны возвращаем на плиту, разогреваем. Почему именно убирали их с плиты, чтобы они немножко постояли? Свинина, вырезка, достаточно нежный продукт, поэтому она может очень быстро перейти и переготовиться. И будет очень сухая. Поэтому лучше ее довести почти что до готовности, убрать ненадолгое время с плиты и потом подогреть. Пока она будет стоять отдыхать, она у нас доготовится за счет собственного же тепла и соуса, в котором она находится. Ставим разогреваться. Как только сливочки подкипели, нам этого достаточно. Выкладываем медальончики на тарелку. Поливаем немножечко соуса. Медальоны готовы. Приятного аппетита.